Так, всем привет. Всем привет. Сегодня вот хотел рассказать и показать вам, участвовали ли в акции от Киндера, собирали коды, отправляли и вот получили гарантированный подарок от Киндер сюрприза. Сейчас там разыгрывают еще дополнительно ноутбуки, но мы, достигнув лимита кодов, которые мы отправляли, решили заказать себе гарантированный подарок. Вот сейчас покажу, какой подарок пришел. Так, вот такой вот термос пришел, вот такой вот в упаковке. Прислали по Укрпоште. Посылка пришла. Вот такая вот упаковочка. Вот такой вот термос. Сейчас посмотрим, какой он в серединке. Ну, там еще остались, конечно, там вот можно еще пополнение мобильного, набор для творчества, рюкзак, ланчбокс и бутылка для напитков. Так, ну вот. Вот такой вот получается вот такой вот фирмовый термос в стиле киндер-сюрприза. Красный, с логотипом. Вот такой вот термос. Ну, можно сказать, детский будет ребенок. Вот, тем более сейчас уже зима. Или какао, или чай будем брать на улицу, гуляя. Вот такой вот. Сейчас покажу, какой он в середине. Вот такая вот чашечка. Ну, вот такой вот термос. Вот такой он в серединке. Ну а что, можно сказать, покупали киндер шоколад. Там в упаковке было по 5 шоколадок. Ну плюс на упаковке, в середине упаковки был код, который отправляли в интернете. Просто брали, регистрировали на сайте. И вот, захотели гарантированный подарок от Киндера. Ну, что сказать. Это уже второй подарок от Киндера. Первый подарок это был рюкзак детский. Ну, парту так мы и не выиграли, хотя надеялись. Ничего. Вот такой вот у нас термос. Думаю, возможно, может повезет. Выиграем ноутбук. Ну, мало вероятности, конечно, что мы его выиграем. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Смотрите видео, оставляйте комментарии, кому интересно было это видео. Будем снимать дальше вам другие обзоры. Ну и те акции, в которых мы принимали участие. Так что вот так вот. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.